Ключевые параметры работы правительства и Национального банка не претерпели изменений. Целевые задачи мобилизационного подхода развития экономики сохранены. Напомню, темп роста ВВП должен составить 103,8%. Это выше темпов развития мировой экономики. Прирост инвестиций в основной капитал 3,9% или 47 миллиардов рублей. Планируется реализация 163 региональных, 77 импортозамещающих проектов, 16 так называемых интеграционных проектов. В процессе доработки документов практически все сроки реализации сдвинуты влево. То есть они должны быть завершены в третьем квартале 2025 года. Будет построено 4 800 000 квадратных метров жилья, в том числе с господдержкой 1 400 000 квадратных метров. На развитие инфраструктуры в регионах запланировано направить 7,5 миллиардов рублей. Экспорт увеличится на 7,6%. Это значит, что на внешний контур в следующем году необходимо поставить товаров, работ и услуг на 3 800 000 000 долларов США больше, чем по ожидаемым итогам текущего года. Потери рынков недружественных стран полностью компенсированы в прошлом и нынешнем году, поэтому на 2024 год эта цифра чистый прирост. Объем экспортной выручки в 2024 году должен составить свыше 53 миллиардов долларов США, что является максимальным значением за все время. Сальдо внешней торговли прогнозируется положительным в размере 1,2% ВВП. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 3,5%. При росте реальной заработной платы почти на 4%. И среднемесячная заработная плата должна составить 2087 рублей. При росте покупательской способности населения это максимальный уровень на всем горизонте исследования.